Всем привет! Все ждут контрнаступления. Не нужно ждать. Оно и так произойдет. А вот россияне в последние дни просто озверели. Ракеты, бомбы, дроны. Тысячи штук посылают. Не поможет это. Никак не поможет. Что же хотят этим добиться? Добиться хотят обнаружить радиорелейную станцию, которая отслеживает эти ракеты, бомбы. Кто-нибудь снимет. Так что, украинцы дорогие, не снимайте. Все и так снято из космоса. Все будет видно. Ну и еще одна цель. Надежда на то, что украинцы расстреляют ракеты. И тут вступит авиация. Я не знаю, вступит ли, не вступит российская авиация. Думаю, что нет. Думаю, что силы заканчиваются. Население России, наверное, не проснется, покуда новый начальник, который придет к власти, не скажет им, что прекратить войну. Потому что любой, сколько-нибудь думающий человек понимает, что свободу победить нельзя. Подождем, увидим, дождемся контрнаступа. Может, это будет резко, а может, частями освобождать будут территорию Украины. Но все равно будет свободная страна, в любом случае. А россиянам придется платить, за все платить.